информационное поле, его главная формула – разделяй и властвуй. Причем разделяй сначала с самим собой. И само уже это деление делится всем остальным. И вот это разделение, оно как бы кровоточит, оно болезненно, оно приносит страдания. И человек на самом деле ощущает вот эту боль, он никак не может понять, что это. Он пытается эту дыру боли, да, заткнуть чем угодно. Едой, напитками, запрещенными препаратами, отношениями, путешествиями. Хотите выпить, выпивайте, хотите отношения стройте, хотите путешествовать, путешествуйте. Все зависит, как вы это делаете. Если вы есть у себя, если вы присутствуете с собой, тогда вы как бы двигаетесь по поверхности, вы становитесь таким скольжением, и ничто не может проникнуть в вас, да? Я вот часто приводила на консультации, те, кто со мной были, они знают, но я сейчас повторю. Помните, был старый фильм «Ви», где играл Куравлев, и он заходил, чертил вокруг себя круг, да, и ночью в 12 ночи такой гроб, где играла актриса Варлей, поднимался и начинал стучаться туда. То есть, когда круг был полностью очерчен и замкнут, то, соответственно, ничего с ним не могло плохого произойти. И один раз, когда он был навеселе, то есть был не собран, был невнимателен, был не сгруппирован, да, не был центрирован, можно так и насказательно сказать, да, он не дочертил этот круг. И, соответственно, появилась пробоина. И это послужило, соответственно, причиной его гибели. Так и здесь. Вот этот круг – это ваш суверенитет, это ваше присутствие. Оно очень важно. Это присутствие – это не какое-то состояние такого, знаете, эзотерического какого-то толка, какого-то такого слишком высокодуховного какого-то уровня. Это естественное состояние присутствия, включенности и ощущение себя как внутри, так и со стороны. То есть вы просто включены, вы включены в саму жизнь, вы не включены в мысли. Потому что если вот вы в дальнейшем понаблюдаете, вы четко уловите, что тот человек, который включен в мысли, он отсутствует. Поэтому он идет по дороге и спотыкается, да, или там ехал-ехал и не заметил, как проехал свою остановку там, да, в автобусе, к примеру. То есть это выключенность, то есть человек отсутствует, а отсутствующий человек уязвим, он ничем не защищен. То есть ментальный вирус может делать все, что угодно, потому что нет этого круга, нет этой защиты. То есть суверенитет – это такое незыблемое присутствие, да, которое вас защищает.